Если бы ты так не лежала, она бы подошла бы точно. Пиздец, это все будет в интернете, да. Я потом скину у тебя, ты так не удаляешь. Хорошо. Поприкалывай его еще чуть-чуть. Славик, отойди. Интересно, сколько, блядь, времени подряд наркотическое вещество может так дурить сознание, чтобы, блядь, пиздец, не осознавать, что ты делаешь. Нет, папа. Да на тебе опыт надо проводить. Да, одна. Да. Не попа. Прикидываешь, насколько сейчас вообще нормально? Нормально. Нормально. Не попал. Люди выпьют, не отрезают. Я никак. Да съебись. Чего должно происходить с нервной системой вообще? Чтобы так себя вести, Отойдите, нахуй, не видно ничего. Серега, уйди. Испортишь, блядь, магнитофон. В другую сторону катись. Отойди, пожалуйста. Собирайся, хорошо. Скажи трататуй. Трататуй. Сейчас все понятно, интересно будет снимать лицо человека, когда он будет отходить, приходить в себя, осознавать кое-что уже. Вот тогда так мимика будет меняться. Вот тогда интересно снимать. Акробатический. Я попам. Моя лучшая. Я попам. Парни, я попам. Да. Зиня. Зиня, ты где, Денис? Я попам? Больно же. А что, парни, я попам? Ха-х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 а-
Я не разгрешила.